Девочки с утра веселые, Багирка уже погуляла. Вот Кимка гуляет, да? Красотка, он же лучше, да? Ребят, ищу уже 30 минут батарейку, не могу найти вот от Sony. Вот раз, вот два, третья нету. Ищу, ищу, и потом думаю, а как нету? Третья-то в камере. Жесть. Че? Скулить, типа, открой мне. Стой, стой, стой. Это уже третий раз будет, пока камеру включить. Че ты? Кимка? Кими? Кимка? Короче, бежала на меня. Че, открыть там, пойди. Так, кормим девочки кисломолочки. Так, все, воду меняем. Они толком не пьют воду. Ну, Савалер. Вунка. Ну, мясо не доедено. Так, давай туалет. Давай. О, музыка трапезничает все. Так. Все. Дома. Трактор, в общем, прислал. Сейчас бегом-бегом в туалетике. Вы слышите, какая она красивая, ребят? Она реально красивая. Не знаю, вам заметно или нет, но она очень красивая девка. Да. Да-да, девочка, гуляй. Все, девочек накормил. Воду не успел поменять, сейчас поменяю. Пока эти гуляют, сейчас поменяю. Ребят, вот в общем снимаем. Пур сделаем, Коль. Смесь не заводится. Ах ты сволочь такой. Сволочь ты такой. Чё ты заводишься, а? Вот поэтому и всё, тебе веры нет в тебя, всё. Она позаигрывается. Коля отворачивается, он скалится на него. А Яврик, иди сюда. Иди, малыш. Иди сюда. Молодец. Колю хотел цепануть. Молодец. Ему скучно без луны. А Яврик, иди сюда. Иди, моя брат. Иди, мой Валюсима. Иди, мой Валюсима. Иди, мой сладкий брат. Я... Ба! Ба! Да не ба! Он должен за все. Ой, кадр. Ну, видишь, уже лучше стало. Да, да, да. Ты красавец. Иди, пойдем. Пойдем, Кольки. Пойдем, Кольки. Молодцы. Нет, сам не иди, пусть он понюхает. Ты вот протянул, он пусть сам понюхает. А то он и так боится. Это не тот случай, когда надо самому. А я, Врик. Иди, моя Лёня. Давай руку к моей, да? Вот, давай. Вот так. Колобок грызет, лоб. А я. Давай. А я, Врик. Теперь ты бери. Бери, не бойся. Пусть нюхает. Молодец, все это. Вот сейчас аккуратно веди себя. В смысле, это уже большой шаг. Он тебя понюхал, потому что это безопасно. Так, давай закроем. Отпустим. А я Врик, колбуська. Давайте, вали. Раньше прикольно, вы так не заходили. Сейчас так. Давай, вали. А я, вали. Молодец. Так, воду надо. Красавец, кабан. Короче, с Колей рассуждаем. От Кими два кобеля светлые и шоколадные будут. Монстры. Больше моих. Офигенные. На них цена будет другая. И на чисто черного кобеля от Багирта. О, а Апокил надо дать, забыл. Видите, уже не чесался сегодня. Короче, мы с Колей в шоке. Спайк огромный, здоровый просто машин. Натуре он. Красавчик, мощный.
поправился наконец-то на нормальном корне. Буксует. Спак, по кайфу, да, быть полненьким? Ну давай, давай, что там? Мяч, да? Стоп, Киара! Ну вот там еще я стоп. Киара, еще есть мяч. Сейчас я тебе еще. О, тут два еще мяч. Киара. Оп, молодец. Бегайте, бегайте, кайфуйте. Куда пошла? Марфуша. Кимка, иди сюда. Иди сюда. Молодцы. Ты поезд все в пище, моя девочка. А мы смотрим ролик Степана про наш питомник. Сразу движуха, все собаки, гайдуй. Бля, красавчик. Стоп, на канал Анстафы Степана. Ух, как красиво стоит музыка. Граф, нельзя туда. Граф! Давай, иди гуляй. Ладно. Классный уголок получился, как я и хотел, для щенков, чтобы они здесь, собачки, щенки, все здесь. Здесь хорошенько зарастет еще. Ну, здорово, ну ты здорово, базар у меня. Красавец, иди гуляй. Я спал просто. Так, угомонись. Голова. Сейчас, тише. Голова раскалывается. Опять луна как только течет, начинает газовать, да? Лунка газует сразу. А яврик. Вот так. Он газует. Короче, в основном колобок на ней газует. Видите, спрятался. Луна! Сейчас получишь у меня пару раз. Ой. Нельзя. Неужели блудная наша кошка? Я ее отвечал уже. Снежку уже, я не знаю. Я уже ее это списал, наверное. Целый день ее не было, целый день. Идешь, нет? Мне уже на тебя тоже. Как ты к нам относишься? Пипец, вообще хрен забила на нас. Так, хочу прогуляться вниз. Там эту глинку убирали когда? Сегодня. Вот 10 сантиметров убираю, что там уже мочак, ужас, что творится. Смотрите. Ой, на плите игра. Надо, чтобы опять подсохло, сегодня дождик миновал нас. Ну, пойдемте. Это забывает. Чем. Yeah.
Тяжелый. Джованна. Сердце завывает ярким тари-дари-дам. Слов опять не знаю. Что-то яврик не хочет особо на нее реагировать. Сердце завывает. Я пищу снял. Вот отсюда надо снять, потому что выше опять забор. Надо Петю позвать. Да, прикольно. Вот сняли уже площадка намного больше, а то была как шапка. Еще надо снять. Да. Просто земля такая ужасная. Глинка. Чистая глинка, бля. А так тут целая площадка получилась. Вот. Еще если чуть снимем. Горка круче получается, но зато здесь вообще бомба получается. Сердце завывает, ну как нам не хватало на двоих одной любви. Та-ли-да-ли-та-ли-да. Классно, камни тоже убрали. Тракторист просил его не снимать. Не знаю, с чем это связано. И вот сюда, видите, рассяю. Но как нам не хватало на двоих одной любви. Или как там начало песни, вроде пытался запомнить. Знаете, как было так. Небо затянуло черный май. Короче, не помню. О, кошка, смотрите. Черная кошка опять была. Вот я тут вообще не чувствую вины. Вот честно, блин, ну... Одно дело, ладно, гуляли, я знал, что где-то должны быть на территории кошки, могут появиться, да? А тут вот стояло. Ну, за забором стало. Вот здесь подкинули аж. Блин, классно. Ребята, у меня есть одна затея. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Ой-ой-ой, блин, классно. Не, шапочку там еще чуть снять. И получится ничтяк. Офигенно получится. Сейчас я вам покажу, что я хочу. Смотрите, плитка, не плитка. Ужас тут, конечно. Тут закопали плиты. Так, черт. А, вот. Ты такой идешь. И вот здесь будет качеля. Ты такой качаешься. И туда смотришь с кайфом. Прикол? Вот, да, чуть-чуть. Если снимем шапочку чуть-чуть. Сантиметров еще. Надо уровень лазерный пробить. Я хочу пробить, посмотри. Сколько. Потому что здесь вот получается площадка сейчас. Уже получилось. Если еще чуть снять, получится еще больше площадка. Тут реально нифиговое место получается. Для занятий. Бегать с собакам. Кинул мяч, вот они летать будут. Ну, классно, мне нравится. Поэтому еще снимаем. Буквально. Что вот так вот где-то до забора оставалось. Примерно вот так, да? Хотя бы. Чтоб завтра... Вот видите, а тут выше. Завтра, мало ли, плитку что-то тротуарную буду ложить по над забором. Ну, мало ли, что, чтоб уже потом не воротить уже. Чтоб уже заросло нормально. Вот тут нормально. Вот здесь шапка пошла, видите, выше фундамента. Даже неудобно, подходишь к двери, ты выше нее. Как-то не прикольно. И вот здесь чуть. Ну, короче, ладно. Но как нам не хватало на двоих одной любви. Так, а что? Какие еще слова были?
Небо заметает, небо затянуло черным одеялом, и ветер завывает. Нет, что-то не так. Тучи за небо. Ладно. Так, ладно, все, полюбовались. День черней, чем на. Как нам не хватало на двоих одной любви. Джованна, Джованна, девочка Яна. Джованна. Сердце завывает, дари-дари-дари-дам, день чернее, чем ночь. Блин, не знаю слов. Но как нам не хватало на двоих одной любви. Лунка, пойдем. Пойдем, что вы там засели. Ты тоже хочешь? А вот нормально, что чуть повыше фундамента и пусть зарастает. А яврик, лунка, колобок, Валер, колобок, а яврик. Иди сюда. О! Булик? Здрасте. Здрасте. Я понял. Я Танюха, вы меня уже знаете. Заходи, только не шумите. О, Артурик, привет, самый блатной. Артурик! Самый у тебя девочка родила? А? Девочка родила? Родили, но щенков нельзя. А можно посмотреть? Не-не, как? Нельзя, они там с матерями. Они же маленькие. Да, пока нельзя. Артурик, привет! Да. Племянник брата Артура Боцмана. Артур,
Не надо видеть, то она на тебя может разлить молоко. Она просто смотрит. Они похудели очень сильно. А, это, наверное, как... она была жирненькая, когда... Да. У нее много пуза было, я видела. Да. А кто ее жених? Мада, кто ее жених? Чи-чи, ну они сейчас родили лучше лишний раз. Не, они не укусят. Они, наоборот, выйти хотят. Сейчас. Ну выпусти их, мне их жалочка. Подождите, я руку. Ты только забыла то ли что-то. Знаете песню Джованна? Какая Джованна? Моя царица милая. Не-не-не, это вы без... А какая? А что такое? Как же не хватало на двоих одной любви. Как же было мало разжигать огонь любви. Девочка Джованна. Так, только смотри, не кричи. Не, вы не заходите. Подожди, нельзя, нельзя. Кирка, подожди. Сейчас. Да, я хоть посмотрю, пусть посмотрю. Ох, кобель какой. Не кричите. Нет, нет, нет. Смотри, Артурик. А подаришь мне какого-то? Нет. На днюху давай. Мне на днюху только... Они вместе калачиком там свернулись. Нет, конечно, никогда. Нет. Я лучше сам себя подарчу. Ты... Сейчас, пока. Ку-ку-ку-ку. Тихо, не кричи. Щенки здесь, не кричи. А, вот и скажи. А погладить вот так? Нет, нельзя, нельзя. Тихо, Артурик. Так, все, убираю. Все, пусть отдыхает. Все, так, чуть в сторону от щенков пойдемте, пусть отдыхает. Нельзя, нельзя так много. Кричать, Артурик. Так, отпускаем, пусть бегает. Низи, низи, тихо. А? У тебя реально волк? Да, беременна. Она беременна? Беременна, Шамир. Нельзя так делать, собака. Сильно не шуми только, сильно не шуми. А она родила, ей не до шуток. Она думает погулять и к щенкам вернуться быстро. Покушать и все. Ладно, иди туда посмотрим. А он с кем-то поженился? Да, вот с ней. О, а что ты с ней? А что он здесь живет? Не живет, но там щенки у нее. Пойдемте, покажу хоть вам питон. А пойдем на тарзанку вон туда, Гоп. Где все, а? А, Гоп, пожалуйста, пойдем на тарзанку. Пойдем, пойдем. Я только там катался. Сейчас научится потом Артурика не это, да? Артурий, да что за ты полотной такой? Ага, сразу. Стой, не бегай, стой, не... Ну, тихо. Ну, как там не... Пойдем на ручки, Артурий? Ари, идешь на ручки, пойдем? Пойдем, а то там спуск, пойдем. Он у нас бандит растет. Но как нам не хватало на двоих одной любви. Молодец, Кимка, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Не бойся, Артур, не бойся. Привыкай. Шун? Чай? Не, здесь нет. Нам не хватало на двоих одной любви. Так, выключай. Давайте, делайте, будете? Умеете? Мне нельзя. А? Мне нельзя? Я как-то подсадить. Блин, девчонки. А, начинается в колхозе утро. Не, Марго, смотри, не упадет тут скуп. Спуск такой. Не-не-не, я тебе ничего не сделаю. Ага, помоги. А, ну стой, давай еще раз. Да. Подожди, подожди. Подожди, прям потолки. Нельзя, Кимка, нельзя. Нет, Кимми, уйди, Кимми, уйди. Уйди, не кричи себе. Кимка, уйди, уйди, мамочка, уйди.
Кими, уйди! Подожди, не... Не надо, нет. Кими, иди, иди, гуляй. Уйди, иди гуляй, Кимка. Давай. Нельзя, блин. Давай. Собака не любит, когда шумят. Не, а тебе нормально, просто зачем шуметь вообще? Иди, Кимка, уйди, 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 уйди. Кима, уйди. Кима! Уйди. А да ну, взяла. Короче, она говорит, не надо. Все, ушла. Ушла, давай, давай. Давай, потолкни. Как-то так. Еще, да, держись. Держись хорошо. Все, давай, аккуратно. Все. Это прикольно. Ты тоже хочешь? Так, не толкайте, то я... А то я потом выйду. Я нога, только меня останавливаешь. Меня два раза не катать. Ребят, я сегодня оператор. Честно. Так, всем давай, привет, давай, давай, вы на канале. Давай. Хорошо взяла? Держись. Давай. Давай, главное держись, подожди. Давай, поехали. Ноги поднимай. Почему ты ноги не поднимаешь? Поднимай ноги. Давай, давай ноги. Дай, ноги подними. Держись, просто. Орала. А? Кого? Ну давай, ну блин, лишь бы аккуратно. Ты вон один, ты вышел. А, с ним прокатиться? Блин, это опасно. Потому что я хочу один раз, Аго. Мне эту держать или его? Ну давай попробуй. Подожди, я хочу еще. Ну давай. Просто инчими мои. Это называется, я проснулся. В трансе, у меня голова болит, и тут дети, куча детей пришло. Сейчас мы с тебя еще наорем. Ну давай, давай, Артур. Можно я еще? Не, подожди, попробуй. Давай. Попробуй, подержи. Они не упадут? Теперь я оператор. Садись, Аго, по его вот так вперед. Вот так. Смотрите. Супер Аго. Супер типа папаша. Даня, ну. Подожди. Вот так. Ну, девочки, не берите. Сейчас будет у вас кайф, давай. Подмышками, Аго, подмышками. Я так держу. Давай. Все, еще один раз и все. Давай. И потом я. Все. Ага, в конце аж засмеялся. Можно я? Все. Нет, все, честно. Все, пошлите мне отсюда, Аго. Собак Аго, отсюда пойдемте, а то пипец будет. Откуда? Смотрите, какая. Откуда? Имя узора, джагора. А, ну пойдем. Другое место, да? Оттуда. Пойдем. Так, вольеры построил для детей, короче. Будем вас за все. Еще не даст. Тане надо самый большой вольер, иначе. Да, то я не вмещусь. Не, я не за этого. Ты злая, это да? Это будет твой дом, Агоп? Наверху. Классно. Когда-нибудь в следующей жизни. Не а вот что будет, Агоп? Так, сейчас мы закроем Кимку и Багир. Только Багирка, если будете орать, она может и напасть на вас. Нельзя. Нет. Так что давайте потихоньку на выход. Нет, мы на выход еще выходим. Придется. А это же не ходили? Я вам даже больше, я даже вам щенка показывал. Она реально, говорю, может и... Она не шутит, она если орать будете, напасть может. Идите. О! Молодец, Багир. Молодец, Багирочка. Молодец. Пойдем, пойдем гулять. О, что-то силы к ней пришли сейчас. Все-таки сухой корм. Мощнее, да, чем? Нет, они оба мощнее. Сухой, она та крупнее беленькая. А, я взял кефир в этот раз с кормом сделал. С яйцом и прям смотрю. Ну а зачем кричишь? Лучше себя чувствует. Ну, все-таки в корме там много полезного, поэтому кефир с кормом и все ништяк. Так, вот Багиру выгуливаем и все, уходим, потому что я уже кобелей буду отпускать. А что такое кобелей? Это мальчики. Самцы. Мужчин буду отпускать. Ничего они будут делать. Ничего, вас потом куда-нибудь прокатят так, что не вернетесь. Шучу.
пусть погуляют девчата наши. Сердце завывает. Ой, Тань, быстро, потому что я выключать собрался. Короче, у меня были конфеты, они у меня чуть осталось, да? Мама взяла их всем раздала. Все, нет, это не... Мама, у тебя всю жизнь и дома всем все раздала. Да, я да. Да. Мне... Можно я вам расскажу маленькую страшилку? Маленькую страшилку. Да, расскажу. На всю жизнь. Маленькую страшилку. Дома все, что было, кто-то в гость привод отдавал. Можно? Все. И бабушка такая же была здесь жила. Могу. Слушайте, страшный стихушек. Страшная страшилка. Давай быстро. Жили-были две девочки. Они звонили по номерам и прикалывались. Однажды одна девочка позвонила одной тете и сказала, что ваш сын умер. А потом эта девушка, она взяла и позвонила опять этой маленькой. Вот так, и питбуль пришел, вот вам страшный конец. Все, мне испортил. Че ты приперся? Да не надо. У нас канал не прострой, молодец. Да. У меня палец все задлел. Знаешь, они как похудели после родов. А вы орю. Не, фу-фу, нельзя. Багирка нельзя. А что это такое? Не знаю. Наверное, Кими сходила. Туалет. Очищают еще. Молодец. Агор! Молодец. Чтобы себе сегодня. Так, все, серьезно, я сейчас по две буду отпускать, это уже не шутки, все. Надо мне заниматься собаками. Не, я вам, ребят, не показал, они там. А, или там темно. Сейчас, подожди. А можно, а что это такое? Сами нарвали. Они не кусаются. Так, давайте на выход. Все, мне собак сейчас все буду этих отпускать. Я жду. Конечно. Вечер пришел. А ты волка? А где волк из этих? Так хорошо, когда из собаки можно отмазаться. Где волк? А где волк? А где волк? Вон они будут. Два волка. Так, все, я выключаю. Говорите последнее пожелание. Так. Ставьте лайк, нет. Подписывайтесь на канал Dragon Life, ставьте лайк, да. Нажимайте на колокольчик. Ищите Агоп. Вы откройте дверь, будете уходить? Нет, мы не будем. Я тебя слышу. Ищите в директ Агоп. Хорошо. Теперь Артурик будет меня видеть, в шоке будет. Вспоминать, да? Красавчик. Меня я королева бала. Да. До новых встреч. Все. Подождите, нет. Мэджик. Я вас всех люблю, поэтому ищите моему Агопу. Жену. Короче, вот так. О, все. Если не найдете, ты попробовала, я буду с вами дружить. Сегодня старые шутки не актуальны. Торт ты попробовал? Да, ой, очень вкусный был. Да? Очень, очень. Жду повтора. Да, давай. Только давай, больше, давай. Только больше. Хорошо. Эй, молодец, и гуляй. Что, багеркой пахнет? Молодец. День чернее, чем ночь. Все, по кайфу. Оживили дети, да. Дети это вам не щенки, не собаки. Это посерьезнее. Смотрите, багерка красиво стоит, и тут полетется цветочек, посмотрите. Прям. Молодцы, молодцы, молодцы. Да, ярко, ты рада? Солнце забывает. С нами молодцы. Молодец. Уже вот так я их дружу, чтоб не забывали, что они же дружат. Давай, Стаски. Ну, у Багирки такое выражение, очень. А Кимка посерьезнее, может, посмотри. А у Багирки просто сейчас как будто... Все, молодцы, сейчас, думаю, скажу. И напрягается чуть. Ладно. Все, давайте на прогулке гулять. Так, даем витамины. Короче, вот я подымаю на килограмма. Блин, 23 даже смелый. Ну реально, тяжу. Сейчас.
Снежка, ты вообще с тобой отдельный разговор. Сейчас витаминки, потом покушаем. Киара у нас тоже готовится к будущему щенка. Тихо, Киарка, ты сама как щенок еще. Поэтому щенка. Киарка довольна, бегает. Возле Валеры встать на меня, так смотри, типа, отпусти меня к щенкам, покажи мне щеночка. Не-не, никаких занятий, подождите, некогда. Нас уже немало, нам некогда заниматься. Нет, нельзя спать, идите отдыхать. Пойдемте вообще, Валер, следующий дождь. Вот так и весь день проходит. Но как их не оставить, вот щенков крутые. Я уже белого этого представил, кобеля мощный такой. Короче, я лучше молчу. Там и шоколадный мощный кобель, пипец какой. Идите. И черный будет мощный, пипец. Ладно, мощный, еще и красивый по окрасу, по экстрему. Короче, это завал просто, это жесть. Так, чтобы сейчас кабели туда не подходили, мы луну отпускаем, закрываем его. Мусор, блин. Тихо, тихо, нет, стоп. Нет. Нет. Нет, Луна, иди, Луна, иди. Так, сейчас мы. Сердце забивает. Луна, иди сюда, Лунка. Угонишь кобеляма. Нет, нет, Луна, 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 Луна. Давай иди. Луна. Давай, Валер, быстро. Луна. Валер, бегом. Бегом, Валер. Давай, молодец. Надо Валера прибрать. Так, я поеду покупать им курей-мури. Все, пусть смотрится. Фу, башка чуть болит. Так вот, знаете, прям на грани взорваться. Видели, как кошки слазят? Она забирается по лестнице и спускается по лестнице. Бамби, иди, иди. Ну давай, давай. Ай, молодец. Муса! Поехали. Можно было вот так открыть Валер, чтобы Муса зашел, граб вышел, я был бы счастлив. Девушка Джамана. Молодец. Сейчас подписчиков заезд на эту песню, мой зритель. Так, музыка, да? Дима. Забыл вчера вытащить мясо для волков. Вот теперь пойду покупать. И всем остальным куплю курицу. Так, граф остался. На. Да не бойся, что ж. Блин, что, ребят, все, прекращаю снимать. Вон, граф отпущу. Увидите, как это. Бег, убегает, бегает. Молодец. Тихо, тихо. Это стоило. Это ты моя радость. Ты что такой счастлив? Молодец. Танц... А, там Луна. Я думал, там Муса. Видали, он на передних лапах писал. Это вообще прикол был конкретно. Не-не-не. Мяча уже нету. А где мяч игра? Ты знаешь, что такое мяч игра? Опа! А куда? А где? Все, догадаешься? Ладно. Ладно, мы поиграем с тобой. Граф! Граф! Сдутый мяч лучше для питбуля, чем накачанный. Накачанный будет через пару секунд сдутый. Молодцы, молодцы. Девочка Джованна. Молодцы, молодцы. Мозг виляет хвост. Молодцы. Так, в общем, пусть гуляют. Молодец, банд. Да, мы да. Артист Графчик, молодец. Целоваться не будешь? Мозг не будешь целоваться?
Ну ладно. Ребят, он взял просто, чтобы выйти вот так телом на меня, бакс. Вот так прям толкнул меня. Вот этот тип. Молодцы. Надо покушать, мне тоже поехать, я голодный сейчас. Так, все. Башка, пипец, прям вот на грани чуть больше. Если сейчас что-то дерну бошку, как будто сейчас вот пипец, прям взрыв будет мозга. Стараюсь аккуратно двигаться. Пипец. Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на. Граф, давай гулять, я для чего отпустил? Давай, эту луну сейчас поцарапаешь. Иди гуляй, граф, иди гуляй. Сейчас закрою тебя. Граф, уйди оттуда, уйди. Я сказал, уйди. Иди гуляй. Так, уйди отсюда. По-хорошему не понимает, да? Тучи такие. Небо над землей цветными красками. Мы идем с тобой. О, они по лестнице селась. Так, поход за сказками. Постою, пока граф гуляет. Закрою все, я спокойно. О, тут полянка для кошек тоже. Не, хорошая полянка, я скажу, для игр, для... Углы, края я профнастила закрою чем-то. И вообще вот так профнастил, потому что траву косить, она вся туда будет зеленая, потом покрасится будет. Крыша у меня потом зеленая, а не модная. Чё ты, толстуха? Где гуляешь? Вообще, не, я уже, честно говоря, Снежка, уже вижу, что тебе по барабану. Потом я не отвечаю. Сама за себя отвечаю, что случится. Это вообще бесконтрольно. Смотрите на нее. Деловая, куда пошла? И что там хорошего? Статуэтка у нас на входе. Но как же не хватало на двоих одной любви. Давайте, зритель, для вас поднимаемся, для моих дорогих подписчиков. Покажу, что тут есть. Опа. Вечер нечем. И вот тут мы завершим видео сейчас. Вот так вот, полюбуйтесь. Вот тут кошки у нас гуляют. Вольер для кошек готов. Как Снежка забралась на крышу. Короче, не удержался Спайка с Киарой тоже. Ребята, она вот так прямо забралась. Она вот здесь вот была. Я собак отпустил, она уже там. Как она забралась? Что ты там нашла? Не пойму. А, ты этих хочешь словить? Мух всяких этих. Молодец, Снежка. 2,5 метра залез. Пусть гуляет, короче, пока я на перекуре, пусть еще гуляет кто-то. Вот так вот. Очень смотрится красиво. Просто на GoPro, конечно, темно смотрится. А в жизни красиво. Вот так вам покажу и выключу. Надеюсь, ничего не будет поводов для включения. Плохих, только хорошие. Ну все. Снежка нашла все игры, блин. Ну, дурачинка. Все, ладно, выключаю, ребят, потому что я темно и все. Хватит гулять. Мои шлётки. И Спайк убежал сразу. Смотрите.
Красотка и мать-героиня, однозначно. Ты мать-героиня, умничка моя. Красотка ты моя. А щенок радуется. Ярко, да ты щенок. Умничка. Так, долго не будем, но все, к суке не добыл, спайк подойдет. Рыки там, мусор, рыки, нафиг. Так, перекур закроем.